Solo Golik 2 выйдет, мне кажется, на 30 подписчиков можно, да, будет что-нибудь снять, да, вот. Как так-то, а? Всем привет, с вами я, ребята, и сегодня поиграю в Sky Gigant на Silver MC, да, ребят, и, в принципе, это веселый ролик 2 долгожданный, и теперь ролики будут выходить, как всегда, раз в день, там, раз в два дня. Nice. И, не знаю, будет третья часть веселого ролика или нет, но будет это выходить достаточно редко, или просто начну делать достаточно часто ролики с кучей монтажом веселым, и... как бы, окей, да, в принципе, погнали! Всем привет, сам Лев! На, серьезно! Ой, блин, я забыл то, что я уже приветствовал! Я просто похлопаю! Прошел аж один день уже, да, как бы, окей, начинается наш первый раунд, и, в принципе... Погнали! В принципе, ребята, начинается наш раунд, и я попытаюсь, естественно, затащить. Да, конечно. И да, напишите в комментариях, играть мне в этот мини-режим или нет. И... Чё? В смысле, голд команда уничтожена? Мы даже выйти еще не можем. Чё? Я ничего не понимаю, вот, смотрите, я вам продемонстрирую. Да. Окей, у меня уже есть 1000 ресурсов, я, пожалуй, возьму мечик и хорошую кирку. Я думал, броню я смогу здесь кирку вернуть. Так, все, я думаю, я здесь броню смогу, вернуть, я ее смогу добыть, да. Окей, так, мы обменялись вещами, окей, да. Я ему нагрудник, он мне штаны, и, ребята, окей, может уже выходить, да? Я попытаюсь себе выбить сердечко, и у меня это получается. Даже 2 сердечка, вау, может быть у меня даже 3 получится выбить. Хотя, ладно, ну давайте попробую. Так, 3 сердечка, 4, да ладно, 5 сердечек, ребят, я получаю 5 сердечек. Да, ну окей, в принципе, я вам хочу сказать то, что это на самом деле очень опасно, то есть я играл уже, и... Здесь, ребята, то есть, как повезет, да. И не обращайте внимания на мой голос, потому что я кашляю, и мне тяжело говорить иногда, да. Из-за того, что я могу закашлять, да. Я, наверное, буду вырезать моменты, когда я буду кашлять. Действительно, вам что так интересно, как я кашляю. Да, уже синяя команда, нет, офигеть! Я не собираюсь что-то там что-то делать. В принципе, логично. Окей, да. Ладно, так, ну... Это что? Это враг? Давайте мы вот так вот сделаем. Там уже пришел другой враг. Так, этого я... Да блин, что это не за нечестная игра? Так, у нас происходит жесткая война. Я сейчас помогаю тиммейту. Да, и попытаюсь себя вольнуть. Я не знаю, у меня это получится или нет. У меня жестко, да, супер, херачит жестко. Но, блин, я смог убить. Получаю достаточно неплохое количество... Бабла, да. Поднял бабла. И, в принципе, вот, уже идут. Смотрите, как я... Как я могу сделать, да? Смотрите. И... Окей. Так, блин, да что такое? Блин, он строится опасно как-то. Чё-то не могу вообще. У меня нету блоков. Привет. Вау. Блин, да вы что не смотрите? Он сейчас гиганта будет рашить. Все, эпичная битва. Давайте я кого-нибудь попытаюсь вонуть. Это какая-то килава или что это было, я не понял. У нас уже атакуют этого монстра. Надо быстрее монстра, блин. Гиганта атакуют, да. Нам надо как-то попытаться выжить, убить, да, их. Кого-нибудь там вонуть, там все дела. 10 минут спустя. Я мимо проходил, пацаны, ну что вы делаете? Ну, мне кажется, нам конец, и я хочу пожелать удачи кому-нибудь там, да, типа, да. И, в принципе, окей. Блин, ну все, мы проигрываем. Вольнуть там все дела. В принципе, ребята, окей, я думаю, у нас получится затащить, да-да-да, конечно, и, в принципе, окей. Так, начинается наша катка, и я опять один, да что за несправедливая жизнь? А, блин, нет, я же в первой катке был не один. Ну, просто я там одну катку перезаписал. Ну, ребят, ничего страшного. Как бы, окей. И плюс сердечко, да. И давайте еще минус сердечко сделаем. Плюс сердечко, нифига. Плюс сердечко, нифига себе. Блин, ну эти сердечки все равно не так помогают. Но,
помогают. Еды, да, возьму еды, ко мне уже бегут, кстати, блин, надо осторожно быть, меня просто, ко мне любят просто идти, да, просто, типа, убить сразу любят, там, типа, там, да, так, может быть, мне еще раз повезет, да, мне повезло, это круто, мне везет, с ХП, на самом деле, я думал, что меня не будет вести, но мне везет, да, но, как я вам сказал, это рисковая хрень. Хотя мне везет, да, мне сейчас везет, и голд команда разрушена. Так, ладно, давай я не буду тебя трогать, типа мы разойдемся там, типа там по городам разъедемся, нет? О, да, он разъехал, разъехались мы, да, и 5 сердечек, ну, блин, это топово. 6 сердечек! 7! Ребят, чё за подстава, алё? Блин, вот единственное плохо то, что умирать я буду дольше. Ну, блин, ладно. Они меня уже рашу, ну пацаны. Так, ну я пытаюсь вот этого чувака сейчас убить. Да? Что это? Это что за отталкивание миллион было? Капец, блин, ну двое на одного нечестно. Если честно, на меня, скорее всего, нападает, потому что я один. Ну, блин, ну это я нечестно. Пацаны... Пацаны, давайте мы как-то попрыгаемся нормально, не? Не, ну мне кажется, какой-то... Смотрите, я на читер. И это тот же игрок, то есть он реально с какой-то киллауа играет. Вы посмотрите! Ну капец, реально. В принципе, ребята, я знаю то, что мне придется очень много вырезать в этом ролике, и поэтому я решил сделать аж 3-й раунд, да. В принципе, я не знаю, смогу я затащить, да, но я попытаюсь, да, и мне вот очень везет с этими сердечками, это очень круто, но, блин, они как бы мне не помогают, поэтому какая как бы разница, да. Наконец-таки я не один, и, ребята, я думаю, вы уже знаете правила, да, блин, я уже весь готов, это капец. Обычно я никогда не готов, например, на работу идти, да. Я иду, наверное, ломать, вот этого чувака, да, я должен хотя бы одну команду сломать, показать вам, как это работает, там все дела, как будто вы, блин, не знаете. Так, вот этот бедный чувак, да, один, ну, как бы один против одного, все честно, да, я не знаю. И в принципе, так, я вот так вот бесполезно. Офигеть, ё-моё! И в принципе, я думаю, у нас все будет на армуль, да. Если он биться будет, да. Нет, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Пацан, Так, ну пацан, блин, нет. Тихо, стой. Надо валить этого Ирода. Точнее, ну, Ирода это зомби, не чувака какого-то, да? Да уйди! Уйди, нет! Блин, у него даже брони нормально нету. Вот это, конечно, жесткий. Да, тактика, по-моему, моя сработала. Чувак, стой, конечно, мне придется тебя убить. И я пытаюсь вальнуть, да. Он ливнул. Я не знаю, зачем он это сделал, но... Блин, но он это сделал, да. Не-не-не, быстренько. Так, якал. Так, не епаях, а якал. Блин, надо на месте стоять. Капец, быстрее. Блин, опять вот эти долбанные синие, которые нас валят постоянно. Ну, как бы, не синие, а просто вот эти чуваки. Они, по-моему, в пати играют, кстати, заметил. Ну и, в принципе, ладно, я... Попытаюсь убить в спину, но они, блин, с какими-то читами играют, поэтому можно спокойно их в спину, но вы реально посмотрите. Как они пьют? Что за читеры? Ну, они просто очень хорошо зачаровываются. Вот это я заметил. Очень хорошо чуваки зачаровываются. И, по-моему, это конец. Да. Это конец, реально. Но мне кажется, это читеры. Даже с такой броней, блин, броня просто защиту дает. Да. Ну, естественно, они победили. И если бы их бы не было, я думаю... мы бы хотя бы близко были бы к победе. На этом все. Если вам понравился ролик, подписывайтесь на канал, оцените видео, да, и, в принципе, все. Всем спасибо, пока-пока и удачи. Пока-пока!